понедельник в Самарской области ясно и солнечно, без осадков. Температура днем плюс 23, ночью плюс 13. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Сызрани днем без осадков, ясно, плюс 22, ночью плюс 12, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. В Тольятти днем малооблачно, плюс 22, плюс 12 ночью, ветер западный 5-7 метров в секунду. В Самаре днем ясно и без осадков, плюс 23, к ночи плюс 13, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 46%, геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.